Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. Более 1800 обращений поступило на минувшей неделе в люберецкую полицию. По 26 заявлениям возбуждены уголовные дела. Стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 19 преступлений. Среди них есть резонансные. Убийство было в городе Дзержинске на улице Энергетика, дом 3. В общежитии рабочие подрались. Один на другом нанесло живое ранение, которое тут скончался. Проводится проверка. На территории Люберецкого гарнизона пожарной охраны произошло 6 возгораний. Одно в городском округе Дзержинске, остальные в Люберцах. В результате происшествий никто не пострадал. 24 августа, 17:28, поселок Коренево, улица Лорха, напротив дома 15, заброшенное строение. В данном строении обгорел мусор на площади 20 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа работала без аварийно в штатном режиме. О том, чтобы зимой тоже не было сбоев, ресурсоснабжающие организации заботятся сейчас. На данный момент готовность к отопительному сезону превышает 97%. С 2102 многоквартирных домов подготовлено 2035, это 96%. Из 81 котельной 79, это 97%. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения – при плановых отключениях не зафиксировано. Контроль за исполнением графика на территории городского округа Люберцы обеспечен. Чистоту и порядок на городских и придомовых территориях обеспечивали около 1000 человек и 97 единиц спецтехники. В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворов. Сотрудники подрядных организаций проводят покос травы, опиловку аварийных деревьев и окрашивают малые архитектурные формы. Продолжается работа по ямочному ремонту на дворовых территориях. За прошедший период устранено 84 ямы общей площадью 720 метров квадратных. В нормативное состояние приводят и региональные дороги. Кроме ежедневной уборки, на некоторых участках производился ремонт перильных и тросовых ограждений. Всего за неделю с региональных дорог вывезли около 130 кубометров мусора. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.